разница? Сейчас почти все живут в квартирах, у людей нет своей сауны, поэтому мы организовываем подобные мероприятия. Мне даже сложно говорить, там очень холодно. Мы окунаемся сегодня уже третий раз, пока все отлично. Но это весело, только если делать это в команде. Окунуться всем вместе гораздо легче, это заряжает энергией.